Государственный университет управления является лидером управленческого образования в стране. В своем развитии ВУЗ прошел большой новаторский путь от промышленно-экономического института до Государственного университета управления. Сегодня университет – крупнейший экономический ВУЗ России. Учредитель университета – правительство Российской Федерации. Полномочия учредителя осуществляет Федеральное агентство по образованию. Государственный университет управления имеет признанную в России и за рубежом репутацию ведущей отечественной научной школы в области экономики и управления и является лидером российского образования в области менеджмента. Миссия ГУУ состоит в предоставлении фундаментальной, многоуровневой и всесторонней подготовки профессионалов с высоким уровнем компетентности в области менеджмента и предпринимательства, содействии трудоустройству выпускников с учетом сформированных компетенций, а также приращении и распространении научных знаний и культуры в профессиональной сфере деятельности как основного условия эффективного развития экономики России на инновационной основе. Государственный университет управления – старейшее экономическое высшее учебное заведение страны. Становление и этапы развития университета. Александровское коммерческое училище Московского биржевого общества, Николаевское коммерческое училище, Женская торговая школа императора Николая II, Московский промышленно-экономический практический техникум, Московский промышленно-экономический практический институт, МППИ, Московский инженерно-экономический институт, МИЭИ. 23 июля 1930 года постановлением ЦИК СССР Московский промышленно-экономический практический институт был преобразован в Московский инженерно-экономический институт имени Серго Орджоникидзе. Основной задачей института стала подготовка инженеров-экономистов широкого профиля для важнейших отраслей народного хозяйства – машиностроения, химии, металлургии, энергетики, строительства, транспорта, городского хозяйства. 14 апреля 1950 года ректором была назначена Олимпиада Васильевна Козлова, бессменно руководящая вузом 35 лет. 8 августа 1998 года приказом Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации по результатам государственной аттестации и аккредитации ВУЗ получил статус университета. В апреле 2006 года профессорско-преподавательским коллективом университета на пост ректора был избран доктор экономических наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, академик Российской муниципальной академии Лялин Алексей Михайлович. В 2006 году президентом университета избран член-корреспондент Российской Академии Наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор Анатолий Георгиевич Поршнев. В настоящее время Государственный университет управления является крупнейшим экономическим вузом страны, в котором на всех факультетах и курсах обучаются более 19 тысяч студентов по 24 специальностям и 52 специализациям. Ведется подготовка аспирантов. В состав университета входят 26 институтов и факультетов, объединяющих 87 кафедр, 22 центра дополнительного образования и консультационных услуг, научно-исследовательские подразделения. Ежегодно в ВУЗе проходят переподготовку и повышают квалификацию свыше 1500 специалистов и руководителей предприятий и организаций. А всего за 40 лет развития различных форм дополнительного профессионального образования в университете повысили квалификацию более 80 тысяч специалистов и преподавателей высших учебных заведений. По окончании обучения слушателям выдается диплом государственного образца о профессиональной переподготовке. В университете функционирует система непрерывного образования, включающая в себя довузовское, высшее профессиональное и послевузовские уровни подготовки, а также программы дополнительного образования. Таким образом, в ВУЗе представлены все формы и направления базового образования в области предпринимательства и менеджмента. Государственный университет управления является базовым вузом Министерства образования и науки Российской Федерации и осуществляет руководство государственно-общественным учебно-методическим объединением вузов России по образованию в области менеджмента. Университет реализует 14 программ MBA, в том числе одну программу для высшего менеджмента – Executive MBA.
ГУ вошел в перечень вузов, которым в порядке эксперимента впервые в России было доверено выдавать слушателям программ MBA дипломы государственного образца. Программы MBA являются завершающими и в определенной мере элитными стадиями пирамиды управленческого образования. Поэтому все лучшее, современное, что есть в нашем университете, сконцентрировано в этих программах. В настоящее время в университете реализуются программы Executive MBA, MBA General Management, программа «Магистр делового администрирования» Master of Business Administration. В ГУ создана единая современная система телекоммуникационного обеспечения информирования о важнейших текущих и предстоящих событиях в университете. В университете работает современный полиграфический комплекс «Издательский дом». Он выпускает все виды учебной, учебно-методической литературы, а также полиграфическую продукцию научного, делового и справочного характера, которая представлена в библиотеке ГУУ. Библиотека ГУУ является важным элементом всей информационной системы университета, осуществляет библиотечно-библиографическое обеспечение учебного процесса и научно-исследовательской деятельности, служит депозитарием научных трудов ученых ГУУ. Фонд литературы составляет более 1 000 000 экземпляров. Ежегодно в фонд библиотеки поступает около 50 тысяч книг, 12 тысяч журналов и 210 комплектов газет. Значительное место в деятельности университета занимает разработка современных учебно-методических материалов. Учеными университета опубликовано свыше 170 учебников и учебных пособий. Учебник «Управление организацией» признан лучшим отечественным учебником по менеджменту и получил премию правительства Российской Федерации. Комплект учебно-методических материалов, подготовленных на кафедре управления персоналом университета, в 2006 году удостоен премии правительства Российской Федерации в области образования. В 2007 году коллективу авторов присуждена премия правительства Российской Федерации за создание учебника «Система муниципального управления» под редакцией профессора Зотова. В 2006 году для достижения образовательных, социальных, научных и управленческих целей создан университетский научно-инновационный комплекс успешного менеджмента «Бизнес-парк Уникум», в котором интегрированы образовательная, научно-исследовательская, консультационная и предпринимательская деятельность. Я вас приветствую в бизнес-парке «Уникум» Государственного университета управления. Наш бизнес-парк создан в 2006 году для отработки современных инновационных технологий образования. Уникум – это аббревиатура «Учебно-научно-инновационный комплекс успешного менеджмента». И мы строим свою работу, исходя из трех основных составляющих. Первое – это тренажерная система, в которой мы работаем со студентами по приобретению навыков, соответствующих современным требованиям работодателей, для последующего трудоустройства. А второе направление – это мастерские, в которых студенты выполняют проекты по заданиям и по заказам работодателей, компаний, с которыми у нас есть долгосрочные отношения. И третье направление – это выращивание студенческих проектов в качестве создания собственного дела в виде молодежного предпринимательства. Поэтому я хотел бы предоставить слово для небольшой информации о своей мастерской Антону Виктору Глебовичу. Как сказал уже Валерий Владимирович, у нас нет традиционного обучения, как в университете, нет кафедр постоянно действующих, нет лекционных, практических занятий, есть мастерские, где обучение идет несколько по иным принципам, чем в университете. И у нас сейчас действуют 4 такие мастерские. Одну из них руковожу я. Эта мастерская называется «Управление изменениями в бизнесе». В настоящее время 4 группы студентов делают такие достаточно крупномасштабные проекты по управлению изменениями в бизнесе в ряде отраслей народного хозяйства, в том числе металлургической промышленности, пищевой промышленности и в химической промышленности. Подход
такой, значит, что осуществляется системное управление бизнесом. То есть вот есть мастерская проектирования бизнеса, есть система управления стоимостью бизнеса, есть система управления изменением в бизнесе, есть значит, административное администрирование и проектирование бизнеса. И цель такая, чтобы студенты получили системное представление о бизнесе, не нарезанные какие-то кусочки по предметам, как дается, а системное представление, и чтобы они были готовы к управленческим инновациям. Теперь я хочу передать слово руководителю направления бизнес-проектов, в том числе инновационных, один из которых выращивает, это Маргарита Кошкина. Она расскажет немножко о том, как она организует деятельность со студентами в практическом плане, ну, по выполнению заданий и заказов предприятий и организаций. Я представляю направление бизнес-инкубирования, которое занимается работой с студентами по разработке и реализации инновационных и предпринимательских проектов. В настоящее время мы готовим конкурсы, проекты для конкурса «Русские инновации», например, проект турбопоршневого нагнетателя, где студенты третьего курса работают с разработчиком и готовят технико-экономическое обоснование к этому конкурсу. Также в бизнес-парке создан консалтинговый центр, который занимается сопровождением инновационных проектов, которые уже инкубированы в бизнес-парке. Еще одно очень интересное направление для вуза и для нас реализуется через тренажерную систему, через тестирование студентов, через оценку и развитие их компетенций. То есть, по существу, это планирование будущей карьеры, раскрытие лучших качеств студента, как человека, как профессионала, то есть два аспекта основных. И занимается этим Наталья Нечеволод, она студентка нашего университета, но уже самостоятельно готова и ведет большую интересную работу. Ребята, которые участвуют в бизнес-парке, идут по направлению трудоустройства, сейчас работают, стажируются в крупных российских компаниях. «Разгуляй», «Восток сервис». Мы развиваем компетенции, проводим тренинги. Это реально помогает приспособиться к реальной жизни, работать в компании успешно. Сейчас я хочу пригласить вас в наш проектный коллектив, в офис, который им выделен для коммерциализации их проекта по конкурсу «Успешный старт». Конкурс «Успешный старт» – один из наших проектов, который поддерживается префектурой и финансируется при ее поддержке. Предлагаю познакомиться с одним из руководителей наших проектных коллективов Александром Манойловым. Валерий Владимирович, новые идеи есть, хотелось бы с вами поговорить об этом. Сейчас очень развито такое направление обучения, как бизнес-тренинги в индустрии моды, бизнес-тренинги именно в области бренда. И я думаю, что наш ресурс, как людской, так и ресурс помещений, он позволяет нам этим заняться, потому что вложений особо нам не нужно будет делать никаких. Нам нужно будет только вложить свои усилия, свой труд какой-то. Мы сейчас работаем над программами поддержки не только в префектуре, но и в правительстве Москвы. Есть средства, которые они выделяют. И вообще государство заинтересовано в таких людях инициативных. Я надеюсь, что те кадры, которые будут у тебя работать, могут быть привлечены и в другие крупные компании. Деятельность «Уникум» направлена на проведение мастер-классов и тренингов, подготовку команд в мастерских, содействие студентам в создании собственного бизнеса, предоставление консультационной и информационной поддержки. Центр учебно-воспитательных программ совместно со студенческим советом ГУ проводит многочисленные развлекательные мероприятия, в которых студенты принимают активное участие. В рамках ЦУВП работают театральная и драматическая студии, ИЗО-студия, школа старост и школа этикета, студии современного, бального и восточного танца, различные творческие и познавательные клубы любителей истории, музыки, шахмат, игры на гитаре. Работу по трудоустройству выпускников ГУ проводят выпускающие кафедры и отдел содействия трудоустройству выпускников. В рамках данной деятельности заключаются договоры заявки на трудоустройство выпускников с предприятиями и организациями. Эффективно работают заключенные договоры с Федеральной налоговой службой, Федеральным агентством по атомной энергии, правительством Москвы, РАО ЕС России,
«Газпромом», «Мосэнерго», «Аэрофлотом», «Магнитогорским металлургическим комбинатом», «Северсталью», «Сбербанком России», «МТС», «Корпорацией Эконика», «Издательством Инфра-М», «Финансово-страховой компанией AIG России». Центр учебно-воспитательных программ был создан в 2006 году по приказу ректора как инновационный проект, который направлен прежде всего на выполнение той задачи, которая стоит перед высшим образовательным учреждением, соединить два важных процесса обучения и воспитания. И, конечно же, воспитание не просто грамотного, конкурентоспособного молодого человека, но и, так скажем, интеллигента, который действительно разносторонне развит, умеет строить дискуссию, добиваться поставленных перед собой задач, имеет возможность развивать те свои творческие возможности, которые он в себе, так скажем, видит. И вот с этой целью был создан Центр учебно-воспитательных программ, который решает, так скажем, очень много функций. Прежде всего, организует работу внутри вуза, сотрудничает с институтами по воспитательной деятельности, координирует деятельность молодежных организаций, это институтсовет, это профсоюзная организация, это молодежные движения. По данным социологических исследований, более 47% студентов старших курсов совмещают учебу с активной трудовой деятельностью. ГУ – старейшая школа управления, поистине превратившаяся в незаменимую кузницу управленческих кадров для нашей страны. Студенты университета имеют возможность получать фундаментальное управленческое образование у выдающихся ученых-экономистов, основоположников российской школы управления, что гарантирует им конкурентные преимущества на рынке труда. Вы находитесь на кафедре политической экономии. Это старейшая кафедра, ей столько же лет, сколько нашему университету. То есть ей тоже скоро будет 90 лет. Она была под разным названием, а политическая экономия стала где-то в 30-е годы. Так и не меняла своего названия. Я заведую кафедрой политэкономии уже 20 лет. Денисов Борис Андреевич. Сюда пришел, как говорится, зелененьким парнишкой в 1953 году. Так с тех пор одной строкой в анкете нахожусь здесь. Вот здесь вы видите стенд, такая краткая история нашей кафедры, начиная вот где-то с 50-х годов. Вот это вот костяк нашей кафедры, из которых вырос сегодняшний коллектив. У нас сейчас около 30 человек вместе с аспирантами, даже чуть побольше. Тогда было, может быть, человек 20. Должен сказать, что многие из моих коллег занимали и занимают сейчас самые высокие посты в нашей университетской администрации. Здесь под такой рубрикой «Синий квадрат», так сказать, «Черный квадрат не дает нам покоя», Малевича, значит, мы делали «Синий квадрат». Это издание нашей кафедры. Вот скоро будет 10 лет, как мы издали наш учебник политической экономии и истории экономических учений. Вот в таком единстве, это единственный и, извините за тавтологию, учебник такого типа. Он выдержал уже здесь 6 или 7 изданий, сейчас готовится его новый вариант. Итак, мы преподаем политическую экономию, историю экономической мысли, макроэкономику. Но помимо этого у нас есть целый ряд спецкурсов. Вот о некоторых из них я хотел бы рассказать. Напротив меня небольшая выставка образцов ценных бумаг. Это акции, облигации, отдельные ценные бумаги. Они интересны тем, что все это подлинники. Здесь вы видите акционерное общество, связанное с трамвайным движением в Киеве. Здесь трамвайное движение в Тифлисе. Эту облигацию я приобрел в Румынии. Здесь есть очень интересные санкт-петербургские облигации и акции. Есть закладные листы и вот очень интересный лист, ценная бумага братьев Нобель. Вот тот самый экспонат, о котором я говорил. Это улица Кенкампуа в Париже. Это гравюра художника Эмбло
1720 года. Здесь изображен крах банкирского дома Ло. Вот он сам пугливо выглядывает из окошка, и здесь разгневанная толпа, ну как прямо пирамида Мавроди. Вот отсюда и проблемы инфляции, и проблемы девальвации, и прочие прелести нашей цивилизации. А в заключение, возможно, возникает вопрос, как удается управлять таким большим коллективом. Методы, давно уже разработанные теории управления, это методы пряника и методы кнута. Выпуская первоклассного специалиста по управлению, обеспечивая фундаментальную научную подготовку, формируя его новое экономическое мышление, ГУ создает реальные возможности для плодотворной практической деятельности выпускника, закладывая основы его дальнейшего карьерного роста.